Киевский! Чё-то тупо, пипипис. Чё? Что? Привет. Привет. Как дела? Во что ты играешь? Ну, зачем тебе? Ну как, вместе сыграем? Хорошо, прикалываться. Блядь, честно, я не прикалываюсь. Просто я хочу с тобой сыграть. Ты же мне не... Мне 16 скоро исполнится. Как тебя зовут? Павлик. Как? Павлик. Павлик, наркоман, что ли? Нет. Ты чё, смотришь эту чушь? Вот я никогда не смотрю эту чушь. Знаешь почему? Потому что Павлик наркоман. Я никогда не буду наркоманом. Вот тебя как зовут? Саша? Лёша. Да, ну, да. Тебя Лёша зовут? Нет. Как? Саша. Ещё раз повтори. Ну, Саша. Вот я почему-то не верю. Почему? Ну, блин, я так сказал рандомно, и ты сразу сказал, да, меня зовут Саша. Как будто ты меня хочешь как-то опозорить. Ну, сегодня мы не сможем поиграть, потому почему? Что я скоро спать пойду. И через сколько ты спать идёшь? Ну, минут через 15. Через 15 минут? Да. А, стой, так ты мне так и не сказал, во что ты играешь-то. Я просто забыл. Ну, Left 4 Dead играет. Во, Left 4 Dead по Стиму? Да. По Стиму, почём брал? С руки или так, лицензия? Стал 47 рублей лицензия. Подожди, ты не с... Ой, ты не с рук брал? Нет, с лицензии... А, когда акция, акция, понятно. А чё так нище-то? Родители деньги не дают? Да нет, просто положил 500 рублей, потратил их, и осталось там 150 рублей купить у Left 4 Dead. Жесть. Нет, а чё ты в Counter-Strike играешь? В Counter-Strike 1.6. Да. А, по Стиму? Да. Вот это да. Вот ты в клане состоишь каком-нибудь? Нет. А чё так? Никто не приглашает. А если я тебя приглашу? А, что за клан? Один из самых топовых кланов, я тебе могу сказать. Один из самых топовых. А у нас чемпионаты проходят. Чемпионаты в компьютерных клубах. В Киеве в основном. На Asus. Что ты хыкаешь? Ты не веришь? Ты не веришь? Не верю. Почему? Не знаю, но мне еще далеко ехать, летать. А где ты, во Владивостоке живешь? Я в России, в Ульяновске. А, да-да-да, в Ульяновске, точно, Ульяновск. Это где-то Сибирь, да? Ой, Пермь, ты ближе к Перми, короче, да? Нет. А где? Не могу сказать, я в географии не очень. Ну, в географии не очень. Сколько километров от Москвы? От Москвы километров, не знаю, не помню точно. Ну, прогугли, прогугли, у тебя же время есть свободное сейчас? Свободное есть. Ну вот, смотри, Ульяновск. Ближайшие города. И скажешь мне. Где-то километров 100 с чем-то. Так это вообще капло, слушай. Я же... 100 километров, это реально капло от Москвы. Ну, я вру. Где-то... километров, видишь? Но ехать 12 часов. Я-то тоже не силен в географии, потому что у нас топ-клан, и зачем нам география, если у нас есть специальные люди, которые сами все в этом ориентируются и говорят нам, куда ехать, что делать. Видишь? Вот так вот. Маркелова знаешь такого? Да. Он был в нашем клане. Еще в 2006 году. Что ты смеешься? А? Потом он в Хохляндию Не верю. Меня слышно? Перебрался. Да. Ты там не один, да, с кем-то сидишь? Да, с сестрой. С сестрой. А сколько сестре лет? Сколько лет? 14. Жесть, ты, то есть, брат, и не знаю, сколько сестре лет? Нет. Что за безответственность такая? Не знаю, а ты во что играешь еще в Стиме? Я в Call of Duty Black Ops, в Modern Warfare 3. Ничего, если я картавлю? Нет, ничего. А ты же не слушаешь? Ой-ё, гуфа. Что?
Нет, не. Не слушаешь? Нет. Правильно, не нужно слушать. Мы с тобой крейсеры, мы будем и слушать Калаврат и бить всяких там ташкентов на улицах, да? Да. У тебя много ташкентов на улице? Не очень, но поблизости живу. Ну, работу тебя отнимают, ты сейчас летом, летом работал где-то? Нет. А что там? Ну, то там немножко работал у отца. Ну, Мыть. Ташкенты просились на работу? Нет, только какие-то чуваки просились. Ну, чуваки, какой национальности, хорошо? С Ну, русские. бородами, с калашами. Русские. А, русские? Да. Ну сейчас это. Еще ешь? Я ем. А ты слышишь разве? Да. Я ем чипсы. А что? Не, ну если можно, будешь с нами на чемпионаты ездить, то у тебя будут и чипсы, и бабы, и все. И ты девственность потеряешь свои 15 лет, 14. Что? Что? Что ты смеешься? Сразу консьержка на Асусе отдастся тебе. Ладно, я Подожди, пойду подожди! Подожди, сделать. какой пойду? Слушай, твоя сестра желает тебе зла. Да На ладно. пол. Она сейчас тебе говорит, отключайся, отключайся, да? Нет, она говорит, да давай уже, да давай. Вот, ну, давай уже, давай уже. На что это намекает? Отключайся, правильно? Да. Слушай, залепи ей рот пластырем, и мы с тобой продолжим разговор. Нет, пластырь. Фу, Ну ладно, пластырь. хорошо. Своя. Ладно, давай завтра Подожди, созвонимся. нет, нет, завтра не пойдет, чувак. У тебя есть еще 10 минут, я засекал. Нет. Ты сам сказал, я 15 минут еще поиграю там, то есть все, то все. А? Нет. Все, 9 минут. Да нет, да. Нет. Подожди, скажи своей сестре с мужским голосом, что ты еще поиграешь чуть-чуть. Ну что поиграть А? здесь? Нет, да не Или надо тут. дай ей трубку, дай ей трубку, я с ней поговорю. Чё? Алло, сестра? Алло. Сестра, это ты сестра нагибатора? Во, а чё ты так брата-то гонишь? Не любишь его? Люблю. А почему ты его сгоняешь с компьютера? Потому что он целый день же сидит. Так и что? Это полезно, он же не ходит спиваться. Это просто, Она понимаешь? врет, я не целый день сижу. Мы живем в 21 веке. Здесь любой наркоман тебе может подойти. Любой человек даже. Какой нахрен наркоман? Даже продавец тебе. Твой брат пойдет в магазин за леденцом, купит, а там внутри сюрпризик. Знаешь какой? Какой? Герыч! И он все подсядет на него. То есть ему лучше сидеть в компьютере, со мной общаться, с кланом Нет, я Counter-Strike. тоже хочу на А? компьютере посидеть. Чего? А, Я не... тоже хочу на компьютере А, посидеть. попроси у родителей купить ноутбук. Ноутбук стоит, ну, где-то Ноутбук. 1010 бэушный, хороший, там, два ядра, Intel Core, все дела. А? Меня есть ноутбук. Ну, так сиди на нем, не приставай к брату, а то я приеду. Так брат на него лимонад пролил. А? Еще раз. Брат на него лимонад пролил. Ой, ну... Слушай, тогда реально брат виноват. И как ты его сечешь? Никак. Плеткой? Нет. А как? Ну что вы Никак. там на ушко шепчетесь? Давайте в голос говорите. Я все приму. Если вы не хотите со мной общаться, то я покончу жизнь с собой самоубийством. И это на ваших будет руках, понятно? На вашей совести. Я еще играю 5 минут. 5 минут всего? Это как так мало? Не знаю. Слушай, у меня 5 минут проходит за секунду. Нет, на полном серьезе, я просто все лето просидел в компьютере, играл в Counter-Strike, набивал скилл. А ты чем занимался? Сестрой. Ездил куда-нибудь отдыхать? Нет, в деревне только в Skyrim играть. В Skyrim? Да. А скажи... Нет. Skyrim! Зачем? Ну как, это же... Экшен! Лучше фу срода. А? Лучше фу срода. Это что за фул срода? Краснодар какой-то? Фу срода, это клик в Skyrim. Не. Скай!
Ну! Не хочу. Давай! Нет. Блин, чуть. А сестрой в голос, втроем, давай 3x Skyrim устроим здесь. У меня родители спят. Ну, родители разбудишь, они тоже. Skyrim! И весь Нет. дом Skyrim'ит. Нет, там не будет, мне по башке под меня стучат. А? Блин, ну Стучат ты мне. скажешь, что ты с топ-человеком сидишь, он тебе хочет взять в клан, все дела, ну, понимаешь, да? Не, я не буду кричать, я не долбоёб. Ну, по-тихому. Ну, Что теперь я? с перчинкой в Почему горле. сама? Подожди, подожди, сестра, подожди. Подожди, сестра. С перчинкой в горле. Вот так вот. Да не будем орать. Вот сколько тебе лет? 14 лет? Да. Я говорю не про мальчика. Пожалуйста. Подожди. Что? Ну, он хочет поговорить со мной, сестра, ты вообще какая-то нулевая. Алло. Алло. Давай, гони сестру спать. Мужчина всегда главный в семье. Ты знаешь такую поговорку? Мужчина всегда главный в семье. Девушка на кухне, мужчина за компьютером. Иди борщ ебать. А? Я борщ Вот, ебаш. я сейчас еще. Я сказал слазить. Все, я, короче, пошла. Подожди, подожди, подожди. Завтра ты во сколько будешь? Завтра ты во сколько будешь? Ну, наверное, приду где-то в обед или в час. Это откуда ты приходишь? С утра сядь. Ну, короче, где... Не знаю, я просто Это сначала тебе, сплю. подожди, это тебе сестра говорит, с утра сядешь? Да, Она я... тебя обманывает, она специально, чтобы ты побыстрее лег спать. Я знаю такую фишку. Сразу Конечно. гони ее, не знаю, стучи родителям, что она принимает психотропные препараты какие-то, и чтобы ее на домашний, в домашний арест, короче. Ну знаешь, да? Да ладно, короче, Что? завтра пообщаемся. А сейчас что? А сейчас сестра. Сестру возьмем в клан, хорошо, Counter-Strike. Не, она не играть не умеет. Мы ее научим, слушай, у нас самый топ-клан. Один из самых топ-кланов, ладно, не буду говорить Как он самый. называется? Нагибатус XXX. Нагибатус XXX. Да. Ну, берите ячи. А? Ну забери в гугле. У нас... Алло. Алло. Сестру гони оттуда с компа, а то у меня скайп лагает. Еще 3 минуты осталось. Да не. Еще Подожди, подожди, сестра, что ты ему на ушко шепчешь, как какая-то крыса вонючая, хотящая сыра. У меня много сыра. блин, тоже 11, ты иди отсюда. Дай это на минуту еще Подожди, время 11 часов, какой гнать, какой гнать? подожди. 15 минут. Все, 3 минуты. Да. Все, еще 3 минуты и все. Подожди, давай поспорьте на Суифа. А хули, а почему она тебя гонит-то с компа? Потому что я много играла, она вообще Слушай, сильно. не знаю, поиграйте с ней в одни и те же игры. То есть там она во что играет? ВКонтакте сидит? Ну посиди за нее ВКонтакте. Не, я не знаю, что она пишет. Ну, так ты ее пиши с ее слов, например. Она пишет своему мальчику, да? В наше время уже в 14 лет лишаются дев... Ну, понимаю, ну, я надеюсь, ты знаешь, что это такое? Это для тебя Да. не новость. Ну вот. Уже все перепихиваются. У нее мальчик есть? Нет. Нету мальчика. Ну, она, скорее всего, находит какого-нибудь мальчика, ну, с которым она мерится своим клиентом, ну, говорит, какой у него киска там, какого размера, а у него какой диаметр члена, какой сантиметр члена. Мне потом она говорит, хочу с тобой встретиться. Ты пиши с ее, с аккаунта. Я не хочу с тобой встречаться, сучка. О, с тобой, да. Ага. Типа она, мужчина, наебывай всех. Давай, короче, завтра пообщаемся. Сегодня уже не могу, сейчас я уже Забей, спать. чувак, Мне ты, это переходный возраст, ты должен его побороть. рано вставать. Ну тебя же родители не гонят, сейчас каникулы. Но мне рано вставать в 5 часов. Да. Вот, Да подожди, подожди. куда надо просто. А? Кое-куда надо. Как я твой КЛ, я должен...
знать, куда ты идешь. Я тебе не скажу, это секрет. И что? Это да прям я те. Завтра, уже все, время я вышло. Же не спрашивал, где ты, блядь, хранишь что, деньги все и где твои все. Родители, а? Давай завтра. Не, ну чувак. Ты единственная моя надежда на возрождение X2 нагибата. Ну, давай завтра. Приз. Нет, не приз. Гони свою сестру спать. И давай. Все, я время вышло. Давай. Подожди. Да. Стоп. Подожди, выключай. Сделай ей собачий кайф. Пробей в гугле. Нет. Что? Ты знаешь? Нет. Пусть она пособачивает. Пусть твоя. Нет. Нет, не выключи. Вот так вот заканчивается первая часть видео. Да, сбросил. Он скайп все-таки не смог побить свою сестру, положить на лопатки и пропихнуть ей по самое горло. Она выключила то ли... Ну, комп. Конечно, комп. Или интернет с корнем выдернула. Надеюсь, навсегда. Что ни себе, ни мне. Ну, в следующем видео будет присутствие мамоёбство. Дети попов. Дети попа какого-нибудь, да, церковного. Могут идти в СИЗО к Тимошенко или... переехать в тайгу и жить полноценно, поклоняться кому там, блять, Егове нахуй. Все, пока, пачаны, неприятного просмотра. Фанатизм. Фанатизм — это если чрезмерно, для меня это святое. Вот. Что сказал не то, я зажег факел, пошел сжег этого еретика. А для меня святое, ну это просто у нас разное понимание слов, поэтому... Допустим. Какое понимание слов? Вы о чем вообще? Здравствуй. О чем вы беседуете, ребят? О человеческих ценностях. Что для него святое? А что для тебя святое? Я прослушал. Мы говорим о ценностях. А? Я для вас святой? Нет, извини. Как бы то ни было, для меня ты гораздо... Ну, как сказать, обратное, допустим. Типа ты меня хочешь побить при встрече. Нет, ты что? Зачем мне кого-то бить? Я пацифист. Это ж... Это, блин, берешь, на самом деле. Наркоман, что ли, какой-то? Новый вид? Наркоманов? Колорадских жуков выявлен? Это ты. Не, пацифист. На самом деле пацифисты, они хлюпики. Я знаю, не все уёбки. На самом деле. Как, не все. Сколько вас. Сколько вас. Подожди, а чё тут за баба сидит? Алена какая-то, Алина. Баба. А что, это не баба, что ли? Мужик? Серенхейля? Баба, ты в зеркале увидишь, понял? А что, блядь, у меня чё, пизда между получил, ног? Да? И что, да, я получил, чувак. Я в нокауте, походу, извините да. меня. Слушай, у тебя голос, как у солистки группы, как там её, Лето, по-моему, это рыжая долбоёбина. А у тебя голос, как у Гуфа, чувак. А чем тебе не нравится? Какой нахуй Гуф, кто это такой? Нон-фактор какой-то, блядь. Кто это и где ты его нашел? Где? У твоей мамаши под юбкой. Где, блядь? Я твой брат, я твой старший брат. Ты старший, а сколько тебе? Мне 32. Мне 32, просто я худенький, а ты толстым долбоёбом родился. Что? Извини, я прослушал, повтори, пожалуйста. Я не буду повторять, ты должен слышать все, что я тебе говорю. У нас с тобой взаимная связь. Заткнись, у нас с тобой взаимная с тобой связь. У тебя одна мать. Сука, блядь, уёбок. Только могут кикать, они меня не кикнули. Я не понял, что это? Ты не был готов, я понимаю. Все не бывают готовы к потере девственности. Я тебя так выебу, как только встречу. Уёбок толстый. Твоя мать всегда говорила, я сдам его в детдом, я сдам его в детдом. А твоего худенького братика оставлю, то есть это, то есть я. А ты уёбок жирный. Камеру включай. Я понимаю, включи вебку, куда ты? Мне вебку включать? Подожди, нахуя? Я вам могу жопу показать. Давай, свою давай. На фотке. Ну веди, жопа. Жопа топ-геймера. Ты увидишь ее. Особенно твоя тёлка, вот эта, Алина
как там ее, спермово. И тёлку ты тоже, зеркало. И тёлку, да что ты со своим зеркалом проебалась ко мне, ты чё? Пиковая дама, нахуй, в детстве повызывала пиковую даму, она тебя выебала, и ты сейчас в зеркало. У меня фантазия мега охуенная. Я валет. Буду вас страхать валетом всех. Алло. У кого там микрофон в анале? В анале Алины. Или Светы. Потому что, знаешь, это рвение твое может быть только из-за чего-либо в анале. По-моему, нет, конечно же, догадки только. Но... Это догадки. А аргументы где? Где это факты? Где факты, а, уёбок? Факты? Нет, ну факты, конечно же, можешь сам уже поискать. Вот твоя мать говорит, она, вот у меня есть факты, она говорит, я когда-нибудь этого жирного уёбка сдам дедом. Ты сейчас в дедоме сидишь. На шее. У воспитательницы, уёбок толстый. О, господи, ты что, дебил, что ли, чувак? А что? А... И... Стой, подожди, это твои приемные родители. Ты... У меня мозг атрофирован или что? У меня ничего не атрофировано. Это у тебя ноги атрофированы, ты сидишь со мной в конфе и не можешь нажать кикнуть этого пользователя, а кикнуть этого топ-геймера, короче. И сидишь, выслушиваешь эту хуйню всю. И ты будешь всю жизнь выслушивать, как ссаный тинкер, который чуть ли не свидел у ёбки. Мне нравится твоя фантазия, поэтому я хочу тебя послать. А у него вообще фантазия, блин, такая чёткая. А чё вам не нравится с моей фантазией? Да вообще заебись, чё-то. Да нет, всё нравится, чё значит. Ну вот, а хули ты картавишь, с меня пример берёшь, у ёбок. Мы все тут картавим. Знаешь, ну я пока не достиг таких успехов в этом деле, как ты. Нет, ты вообще-то передостиг только. Какого хуя ты картавишь, ублюдок? А, ну... Твоя мать тебя носила в утробе не для того, чтобы ты картавил, а для того, чтобы ты жил в детдоме. А ты можешь поконкретнее об этом, об изнасиловании в утробе рассказать, Паша? Ну, когда ты был в утробе, блядь, мой папаша, нахуй, трахал утроб твоей мамаши, и вот, и его член касался, конечно, твоего лба, и поэтому у тебя сотрясение мозга, короче, произошло, и сейчас ты не понимаешь, что такое происходит. Подожди, короче, ты полный уёбок. Если я тебя правильно понял, то у твоего папаши член очень длинный. Или да. Скажи, он когда ходит... Ну, это у твой папа тоже. Это твой папка. Мы же с тобой братья, чувак. Только ты младший, я твой старший братик. Ну ты жирный уёбок, от которого твоя мать, моя мать, хотела отказаться. Ну вот. Я понимаю. Ну я знаю, что ты понимаешь. Ты же не полностью ДЦПшный. Расскажи. Ты просто, у тебя чуть атрофирован левое полушарие мозга. Перебивай, пожалуйста. Я тебя буду перебирать, потому что мое время здесь, и я с вами сижу в конфе. И я с вами сижу в конфе. Вы играете в Counter-Strike, как последние долбоебы, хоть и можно поиграть в Call of Duty, в Battlefield. Да, он странный. Он странный. Я странный. Слушай, если ты мой член возьмешь в рот, он будет для тебя не странный. Не, ну они. Чё они кикают? Что они кикают? Виджелинг, послушай, пожалуйста, ответь мне на вопрос, если. Давай, отвечаю. Я хочу узнать о длине члена твоего папа. Зачем тебе? Хочешь взять его в ротик, что ли? Вот смотри, у нас здесь в конфе девушка. Это подобает разговору, блять? А? Да, ты против, Алина? Я против. Она против, я знаю. Она скажет, нет, я не против, просто она будет поддакивать такому долбоебу, как ты. Она боится тебя. Тебя послушаю. Вот. Ты меня послушаешь. Детка, приезжай ко мне, я тебя так... Насперлю тебе на спину. Я тебе тоже приеду, что нет? Давай. Москва, Эбгад. Эбгад, давай. Встретимся. Я вас отпизжу. Ты что, бомж? Нет, я не бомж, просто у меня есть тачка, я могу подъехать вас всех нахуй до лопатки хиппи? Положить. А? Хиппи? Какой хиппи? Что? У меня, думаешь, трейлер есть, как у твоей мамаши? Я не думаю, я спрашиваю. Не, но у него ты думаешь, ты думаешь. Стоит а хуй ли... Бля, здесь вся конфа картавых. Вы, уёбки, меня вообще заебали? Может, хватит пародировать меня, копировать плагиатчики? Заткнись, бабенция. Одна на троих тут лезет. Или одна на четверых. Сколько нас тут в конфе, кстати? Тише будь. Считай. Подожди. Ёб твою мать. Слушай, так все твои дыры будут заняты. Тебе помочь посчитать? А? Ну да, давай посчитай.
1, 2, 3, ты вроде закончил, 5, 6, 7, 8. 8. 8 человек в конфе. Вот давай почитаем, сколько у Алины, как там ее, я даже имя не буду запоминать ее. Сколько у нее дыр? Рот, давай пизда, почитаем. Жопа, глаза, в глаза кто? Вот чур, ты вот разговорчивый картавый долбоёб, и твой напарник, который тоже чуть картавит в крыску. Вы глаза занимаете, я рот. Ну пизду я... А? Пистолет? Какой тебе ТТ? Или, может, блядь, сразу как с калаша себе выстрелишь в голову? А я засниму на видео. Да. А что, мне нравится мой смех авторитетный? Уёбки. У тебя страшный смех какой-то. Тебе за таких людей. Нихуя. Я страшный? Хочешь, блядь, добавь меня в друзья, ты увидишь мою аватарку. Ты увидишь мою аватарку, тупая пизда. Нет, не хочу. Что ты не хочешь? Вов, я тебе, кстати, тоже советую. Слушайте, удалить. Вот вы заебали со своим гуфом. Если что-то Эрни вы говорит, какой-то гуф. Этот лысый долбоёб, что она кикает там? Меня кикает? Я ей кикну сейчас. Вышел. Вот, видите? Ваш друг вышел, он вас покинул. Он, видите, признаёт, что вы не вытаскиваете уёбки. 7 уёбков и ничего не можете сделать. Давайте, что ли, забейте мне стрелку. Нет. А чё? Чё нет? Куда, скажите? Куда? Чай, куда? Москва, блядь, кружка, нахуй. Да, тебе её забить, скажу. Кого? Стрелку кого? Стрелку? Ты чё, не знаешь, что такое стрелки? Ну, блядь, я понимаю, что ты долбоёб. Это ты, да, картавый ёбок, мой братец? Фу-фу-фу-фу-фу-фу. Я даже тебя не хочу признавать. Ты просто никто. Понимаешь? Ты я рад, что ты не хочешь меня признавать. Если ты хотел меня признавать, ты бы обиделся. Я и хочу, не хочу тебя признавать, долбоёб. Ты просто такой нулевый. Нулевый как? Да, нулевый. Как лобок, как яйцо. Я правильно тебя понимаю? Нет. Нет. Как по-твоему выглядит нолик? Как то, как то? Колобок. На что по-твоему больше похож нолик? Яйцо или на колобка? Ты похож. Нолик похож. Эх, ты похож на свою приемную мать, ну блять, она тебя взяла, знаешь? Нет, ты ответь мне по заданному вопросу, пожалуйста. Нахуя мне отвечать по вопросу рандомного долбоеба? Потому что, нет, я не рандомный долбоеб. Ты рандомный. Тебя сюда добавили. Он искренний, понял. А меня добавили, знаете почему? Чтобы я вас направил на путь истинный. Вы крейсеры, да? Вот ты крейсер. Хохлядский уебок с Киева тоже крейсер. То есть вы играете в Counter-Strike, на дворе 2012 год, вы так и будете, 2016 наступит, вы так и будете играть. Я шутник? Да. Ага. Вот у вас самые слабые компы, у вас недостаток в семье, вы алкоголь, ну ваши родители алкогольки, вы просто все терпите, понимаете? Да. Все терпите. Нового не нового, а старого, что еще не разведано. Так что ты шлюшка будущее, пойми меня. Будешь рабынем. Я открою какой-нибудь бордель, и ты будешь туда, блядь. Завсегдалой. А? На халяву будешь сосать хуи. А как ты его откроешь? Скажи, ломом выломаешь двери? Нет. Я просто возьму с тебя суды. Понятно? Будешь мне, блядь, платить бабки. У тебя своих денег нет. Какой? Ну ты мой толстый уёбищный брат, мне за тебя стыдно, понимаешь? Мне за тебя стыдно. Я скажу, подам в суд, у меня будут адвокаты, у меня есть адвокаты, и тебя нахуй пресечут, если ты не заплатишь мне филку. Тогда ты будешь сидеть в утробе матери. А скажи, как меня пресечут? Ну как, обрезание тебе сделают, будешь евреем ебаным. А потом... Скажи, пожалуйста, что такое пресечут? Пресечут? Да. Тебя обвинят, блять, уёбка. Что ты, брат лучшего игрока России. Вот, и нихуя из себя не представляешь. А то есть ты уверен, что так, за тобой можно обвинять? Ну да, в моей стране да. М? В моей стране да. Чё ты мыкаешь? А в какой стране ты живёшь? Я в России, а что? А ты в Хохлянде вместе с каким-то уёбком, который конфу создал, да? Иди в жопу кацап. Кацап? Может вазап? Кацап. Вазап! Кацап! Вазап! Кацап! Твоя мать! Кацап! Твоя мать! Кацап! Нет, твоя мать лучше.
какого-то там Вазаба, Казапа. М? В каком ты городе живешь? Я в Москве. В Москве? Да. Бедный, бедный человек. А ты хохлядский выебок. Нет, я живу в Киеве и горжусь. Вот, вот, ты хохлядский выебок. Я тебе понял. Я устал.